И правой шито еще раз. Ямаем. Начнем с шитоцуки, то, что ты делал. Итак, первая боевая стойка. Чуть-чуть ниже садится, начало уже присаживаться, и вот положение рук такое, не прижимаем. Основное замечание, которое ты сразу сделал, у тебя больше сейчас похоже на толчок, и ты задерживаешь руку на мешке. То есть получается вот так у тебя. Вот эта задержка, и с этой стороны тоже. Надо бить так, чтобы очень краткое касание, и тут же забрало. Если ты очень долго будешь здесь держать, то голова открыта. Это раз, а второе, когда долго мы держим, нет такого импульса удара. Сейчас покажу. Левой рукой. И вот еще это у боксеров такая вещь есть. Хороший нокаутирующий удар, когда противник не падает туда от тебя, а валится на тебя. То есть короткий, мешок может даже почти не шевелиться. Вот посмотри, сейчас правой попробуем. Или шевелится, но немного. А если буду толкать, видишь, он будет летать. Но это толчок. Поэтому надо постараться, дыхание добавляем, короткое касание, тут же с такой же скоростью забрало. Ну, естественно, работа телом. Конечная позиция должна быть удобная. Вот здесь вот не очень неудобно, вот здесь неудобно. И вот здесь. Вторая рука здесь. И далеко мешок не улетает отсюда. Здесь у тебя работа есть нормально. Вот. Ну, начнем с того, чтобы краткое касание, и тут же забираем. И дыхание. Ага. Еще быстрее забирай. Не зади. Вот, вот, вот. То, что надо, да. Угу. 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 Вторую руку не опускай, чтобы она возле подбородка оставалась все-таки. Нет, сейчас опускается все-таки. Вот, да, сейчас нормально. Другой рукой, левой. Сейчас смотри, у тебя, да, правая пару раз опустилась. Следи, чтобы она здесь оставалась, ага. И чуть-чуть пяточку приподнимай левой ноги. Левой. Вот это, да, да, немножко подкручивай. Назад быстрее забирай, не задерживай, как будто обжечься боишься. Вот, хорошо, расслабься. Ну, вот это уже значительно лучше. То есть, первое, что мы с тобой запомнили, что не надо задерживать руку возле мешка. И второе, мы контролируем вторую руку. Она у нас на прикрытии. И другой рукой. Так. Удар орошицкий. Орошицкий – это удар, который идет немножко сверху вниз. Вот у тебя сейчас было предплечье параллельно. Нам нужно вывести локоточек чуть-чуть выше. Поэтому мы вначале доводим технику, траекторию и останавливаем. Приняли боевую стойку, выбрали дистанцию и поехали. Раз. Почувствовали, что упираемся. Хорошо, что нам удобно. Два. Пам. И потом потихонечку добавляем скорость, не стараемся сильно бить, просто работаем с траекторией, смотрим, как работает тело, проверяем прикрытие, проверяем работу стопы. Раз. Раз. Можно вначале даже останавливать, но потом от этого нужно привычки избавиться. Поэтому сейчас мы сразу на касание и дыхание. Вот у меня живот, поясница, тело, работаем. И если все нормально, потихонечку добавляем силу. Встряхнули руки, чтобы не было зажатости ни руками, всем телом. Чуть-чуть, чтобы сверху вниз шло. Левая рука, ближняя. Вывели траекторию, локоточек проверили. Почувствовали, что упираемся. И пяточка приподнялась. Вот у тебя пяточка была на месте, а нужно немножко ее ввинчивать сюда. Пощупали, потрогали. Проверили здесь руку. И потихоньку добавляем скорость. И сильнее.
все работает. И останови, посмотри как. А, перекрутила, по-моему, стопу немножко, слишком сильно. А, носочек пальца показывает на точку, куда ты бьешь. Угу. В конце. Вот, ага. И поставила пятку. Левая рука, прикрытие подбородок и ребра. Угу. Локоточек чуть повыше. О, вот сейчас, сейчас, да. Но так, чтобы рука не ломалась, удобно должно быть. Тут на... И отрываем руку быстрее, сейчас быстрее. Левую руку не забываем, не опускаем, ага. Сейчас задерживается рука, чуть быстрее забирай. Краткое касание, тут же назад. Локоточек чуть выше. Локоточек, ага. Вот, следим за... Еще локоточек. О! Вот! Есть. Левая рука. А, вначале выставим и подержим. Проверим, что пяточка левой ноги приподнялась немножко. И попробуй почувствовать, что ты телом, не рукой, а телом толкаешь. Выстави. Ну, чуть-чуть, легенько потолкай, легенько. Ага. Раз. И, а локоточек? Локоточек чуть выше. Легкое касание и подержать. Толкать не надо. Локоточек не было. Вот. Хорошо. И потихонечку, да, пяточка сейчас работает хорошо. Правая рука почти на месте. И постепенно добавляем силу. Постепенно. Плечо не поднимаем. Локоточек выше. И добавляем скорость. Только сейчас не задерживаем руку на мешке. Сразу назад. И на выдохе. Локоточек чуть выше. Ага. Угу. Вот, пяточка работает. Хорошо. Вторая рука у нас прикрывает. Хорошо. Татэ-цуки. Татэ-цуки, вертикальный кулак. Очень удобно на средней дистанции бить. Дальняя рука, правая, гяко. Выбираем дистанцию там, где нам удобно. Если мы хотим с подшагом, мы будем с подшагом делать. Сейчас уже на той дистанции, будем считать, подошли, чтоб удобно. Выставляю руку вертикально, две костяшки выцеливаем. Проверили здесь руку. Я имею в виду, здесь вот так сильно толкать не надо, вот так достаточно, смотри. Чух, оп, оп, видишь, я телом немножко пощупал, проверил, что плечо опущено. Хорошо, направление. И потихонечку начинаю щупать. По кратчайшей линии вот сюда опустила, и по кратчайшей вывела. Очень хорошо солнечное сплетение, по краю, без, максимально простой удар по прямой, по прямой. И потом добавляем силу. Видишь, мешок почти не гуляет. Он тух, и здесь на месте остался. Левая рука ближняя, это вообще праздник. Соперник совсем рядом, тебе часто суют такие удары. Вот отсюда. Мы сразу опускаем и по кратчайшей веду удар. Есть вариант такие, кстати говоря. Я заряжаю тело и отсюда бью. Вот короткий вариант, посмотри сразу, отсюда сразу, вошел, без всяких маячков, коротко. Он очень быстрый, его не видно, и он может зацепить. Вот такой, бьешь, работаешь, отсюда пощупал. Пам. Есть вариант, когда мы, это касается всех ударов, которые мы делали, когда я делаю раз, движение сюда, зарядил и отсюда. Вот с такой зарядкой очень хорошо идет шитацуки, кстати, по печени. То есть я дерну сюда и отсюда. Бам! То есть у меня движение сюда. Это может быть обманка, финт, что пока как будто бью. А может быть удар, видите, зарядил сюда руку и отсюда пошел. Мы потом двоечку поработаем такую. Итак, попробуем прямой, отсюда прямой, без замахов сразу отсюда. Бам! И вот такой вариант зарядил, зарядила и сюда. Два варианта попробуем. Угу. И быстрее забираем. Угу. Езжаем. Попробуй чуть-чуть дальше отойти. О, вот это твоя дистанция, мне кажется.
Левую руку не опускаем. И максимально сильно резко и назад отдергиваем. Отлично. И левая рука. Угу. Стопы твои смотрим. Хорошо. Делай, делай. Ищи, да. Угу. А попробуй сейчас без замаха тацуки. Вот. Чуть-чуть отойди еще немножко, пократчайше. Угу. Угу. Ко мне. Камая, боевая стойка. Вот татэцуки, он очень быстро, я очень легко, скоростно, на легкое касание сделаю. Очень-очень хорошо между рук заходит, и стоишь, что... Хлопочек. Да, страшно немножко, хотя не довожу, он легенький. Попробуй так легонько хлопать, так с контролем. Страшно? Давай. Ага. Ага. О. 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 И по мешку сразу этот же удар. Ага. Назад только забирай быстрее. Ага. Хорошо. Хорошо. То есть, понимаешь, вот когда ты становишься еще раз на этой дистанции, все, ты чувствуешь ли под шаг, вот мы ногами только-только достаем, я отсюда уже могу зайти коротенько, да, хлопнуть. Давай. Ага. Ага. Вот. А, и очень важно, видишь, сейчас третий раз он съехал немножко. То есть нужно на перпендикуляр. Именно вот этому мы учимся выводить, чтобы удар не съезжал, а точно побил. Сейчас задание будет все удары, которые мы прошли. Начнем сверху вниз. Первый. Орошицкий. Пока медленно. Татыцкий. Шитоцкий. Так, немножко несколько раз прошла легко. В свободном порядке. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И потом уже чуть сильнее можно. Главное, забираем обратно его. Давай. Угу, угу. Угу. Хорошо. Сейчас подправлю. Смотри, сейчас у тебя ручки здесь были. Попробуй вот на дистанции, где нам удобно блокировать. Вот из этой позиции. Медленно показывай. Можно в таком режиме тоже работать. И потом уже такие вариант легкого касания. Быстрые легкие касания. Вот наши руки здесь. Скоростные. Попробуй в таком варианте.